Ворон-1, полковник Коржинов на связи. Оперативная задача. Осмотр трюма по правому борту. Цель – объект Кобальт-59. Двигаться в режиме максимальной боевой готовности. При обнаружении немедленно вызвать инженерную группу. Доложите о готовности. Центр вызывает Ворон-1. У меня контакт. Вас понял, товарищ полковник. Приступаю к выполнению. Объект не обнаружен. Центр, всем, кто слышит, группа Ворон частично уничтожена, частично рассеяна. Всем выжившим двигаться на соединение с группой Барс в направлении кормы судна. Действовать по обстановке. У противника многократное превосходство. Разведки, возможно, на одну из секретных баз террористов. Держитесь, Ворон-1. Ворон-1, доложите обстановку. С боем, товарищ полковник. Да пусть террористы теперь готовят спасательную операцию и потери. Ответ отрицательный. Ворон-1, что у вас происходит? Что за взрывы? Доложите обстановку. Это салют, товарищ полковник. В честь взятия трюма. Отставить шутки, лейтенант. Шутить будем потом. У барсов тяжелый бой на корме. Головы не поднять, так садят. Осторожнее на подходах. Вас понял. Попробую организовать гадам обход с тыла. Они... Тревога! Ты жив? Не ворон, орел. С такими бойцами можно завтра объявлять войну Америке. Центр, я Ворон-1. Группа Барс на корме не обнаружена. Какие будут указания? Барсы с боем продвигаются вперед. По оперативным данным в этом районе обнаружен вход на базу террористов. В ходе боя противник успел переправить объект Кобальт-59 в неизвестном направлении. Наша задача найти объект. Двигайся на соединение с группой! Слева! Только что на связь вышла группа Барс. Они ведут бой у ворот базы. Я их слышу. Они за стеной в сотни метров. Почему люди не птицы? Потому
потому что они люди, лейтенант. Выгодно отличаются от пернатых умением думать. Приказываю придумать второй вход на базу. Советую проверить технические помещения, если таковые есть в окрестностях. Наша территория. Включаю вторую космическую. Это ловушка! Назад! Назад! Ворон один, я центр. Связь с группой Барс потеряна. Приказ в силе. Найти другой вход на базу. Конец связи. Ну, твари, я до вас доберусь. Там точно должен быть запасной выход. Огромная база... Обманывают. С ними заодно. Не слушай. Что-то неладное со связью. Чем там связисты думают? Как будто кто-то на линию сел. Не хватало, чтобы нас эти твари еще слушали. По крайней мере, тогда мы расскажем им, кто они такие и что с ними будет совсем скоро, товарищ полковник. Ворон один, на связи центр. Слушай меня. Слушай меня внимательно, лейтенант. Эфир мертв. На базе. С барсами связи нет, но может у них там глушилка стоит или рация вышла из строя. Поторопись.
на базе. Оставайся, где стоишь. Делайте вид, что выполняете его команды. Продолжайте двигаться через командный центр. Попутно скачайте информацию с главного сервера. Потом уничтожьте сервер. Это особо порадует полковника. Понял. Приступаю к поискам. Скачивайте данные, затем взрывайте сердце. Выполняю. Ворон, происходит! Обстановку! Ворон-1 вызывает змей. Сирены воют в вашу честь, лейтенант. Сейчас будет большой переполох с участием элитных частей террористов. Сейчас я им покажу, что такое элитные части. Ворон-1 вызывает змей. Вертолет на подходе. Двигайся вперед, потом по улице налево. Вас понял. Ворон-1 вызывает змей. Вертолет спит. Снайперы на верхних этажах развалин засели. Мы вышлем еще один вертолет, но в другой конец комплекса. Разберитесь со снайперами, иначе один выстрел и все. Хорошая работа, лейтенант. Двигайтесь дальше. Мы высылаем еще один вертолет. Вам нужно пройти через разрушенный дом. Схему понял. Выполняю. Thank you.
На окраине площади вход в канализацию. Вам туда, лейтенант. А никак по-другому нельзя без канализации. Она заброшена давно, если вы об этом. Хорошие новости посреди всего этого дерьма. Готовлюсь к спуску. Связь пропадает. Это хорошо, а то бы я сообщил ему о том, что дерьма тут все равно хватает. Двуногое такое дерьмо. И вооруженное. Сигнал уверенный. Как вы там, лейтенант? В порядке? В полном. Вы снова потерялись. Осторожнее там. Thank you.
Судя по тому, что сигнал стабилизировался, вы снова на поверхности. Да пришлось тут опять поползать. Лейтенант, вам, наверное, приятно будет узнать, что группа захвата окружила штаб, в котором сидит ничего не подозревающий полковник. Не совсем. Я бы предпочитал сам очутиться в этой группе захвата. Вы все равно увидитесь на трибунале. Будете выступать свидетелем. До этого вам просто необходимо выжить. Опять теряется. Опять под землю? Почти уже получил профессию тут вторую. Ассенизатор называется. Отрадно, что у вас есть еще силы шутить, лейтенант. Держитесь, лейтенант. Площадь в двух кварталах от вас. Осталось совсем немного. Напирают, гады. У них тут целая армия, по-моему. Держите точку!
Центр в центр! Освобождай площадку для посадки! Двигаемся.
Отлично. Бегу к точке. Ну вот и свиделись, лейтенант. К сожалению, наш вертолет не пассажирский. Быстро. Данные сервера в обмен на твою жизнь. Мы ее так и быть тебе оставим, если ты будешь сговорчивым. Так что разгружайся и без фокусов. Не настолько же ты безумен, чтобы пытаться в одиночку грохнуть вооруженный пулеметами вертолет. В одиночку, может, и не сможет, так мы поможем. Эх, лейтенант, тебя мама чему учила? Не доверяй незнакомым дядям. С тех пор, как мы потеряли с тобой связь, тебя вел лидер группировки «Шторм», известный по кличке «Связист». Он и впрямь неплохой связист. Им удалось заблокировать наши каналы связи. С твоей помощью они надеялись получить базу данных враждебной им группировки «Клан Б», базу которых ты буквально взял штурмом, в том числе детальную схему изготовления ОМП. Но нет худа без добра. Благодаря тому, что связист постоянно выходил в эфир, мы запеленговали базу «Шторма», и там теперь не «Шторм», а «Штурм». А ты готовься. Я уже направил прошение о твоем переводе в мою группу. Мне такие бойцы нужны. Подучим тебя немного. Будешь вообще терминатор. Умный терминатор. Еще увидимся, солдат.